Здравствуйте, с вами Ира Мищук, и вы на канале Ира Готовит. А приготовлю я сегодня очень вкусные блины. Блины с зеленым луком. Для этого я возьму зеленый лук, несколько штучек. Буду использовать только зеленую ее часть. Нарежу мелко. В другой миске 3 яйца, соль, подсолнечное масло, вода. И все хорошенько смешаю. И добавлю муки. Все хорошенько нужно взбить венчиком, можно электрическим, можно обычным ручным, до состояния, чтобы не было комочков. Жидкая сметана такая должна получиться. И сюда же положу зеленый лук нарезанный. На хорошо разогретую сковородку выливаю примерно один ополовник теста. И разливаю его по всей поверхности. Сковородка у меня 26 сантиметров диаметра. Специально блинная сковородка. Мне очень удобно и хорошо. Если вы любите блины, советую приобрести такую сковородку. Очень удобно и очень хорошо с ней. Даже первый блин абсолютно не комом. Блины получаются идеальны. Сахар я не кладу в тесто. Блины, которые на воде, получаются достаточно светлыми. И не смазываю их маслом. Это не нужно. Вот они получились такие хорошие, эластичные. И абсолютно не липнут друг к другу. Очень вкусно со сметаной, с коттеджем. Да с чем угодно, с мясом можно тоже их кушать. Подписывайтесь на мой канал, делитесь моими видео. Приятного аппетита! Смотрите также и другие мои вкусности.